Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Мадибор Григорий, нападающий Селтик. Расскажите, пожалуйста, о прошедшей игре. Ну, игра была равная, можно так сказать. Были у обоих моменты хорошие. В конце немножко не хватило физики. Удаление чуть сложилось. Но мы долгожданное наше очко, завоеванное. Ну и дальше больше. Дальше будем побеждать. Мы каждую игру только на победу настроены. Сегодня был более-менее состав, поэтому вот добыли очко. Вы так ожидали такой результат? Ну, играли на победу. Играли на победу. Но... Все, что планировали, реализовали? Ну, моменты свои. Хочется наработать, да, забивать то, что можно. А так, ну, соперники хорошие были, достойные, равная игра была. То есть, ну, одно очко, ничья, это равномерная. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Игрок команды Дерби Каунти, Гаран Никита. Расскажите, пожалуйста, об игре. Тяжелая игра, тяжелый матч, очень хороший соперник. Мы вроде вышли вперед, контролировали игру, потом пропустили два мяча, достаточно неожиданно. Но подвытащили, можно было победить, но соперник очень хороший, было тяжело. Ну, ожидали, что победа будет? Ну, хотелось взять 3 очка, конечно, да, сегодня. Но по игре 1 очко тоже, в принципе, неплохой результат, то, что вытащили все-таки. Понятно. Как оцениваете игру соперника? Очень хороший соперник. Соперник очень грамотная команда, не давали много пространства, бегали хорошо, очень быстро. Тяжелый соперник очень.